Оленька, здравствуй. Здравствуй. Ну вот, видишь, я взял камеру, и сразу первый человек, которого я встречаю, это Оленька. Вот за угучок и сакан, то за спризу. За... А? О, курки ты да. На ми? Да, пати бронгавсы, буде на ми, шестой. Индауи, по стеклу, слесай. Ясно. Медички, грейдички, высокие чекички. Кришталы, все, мы звенят фильмы. Я, там фильмы. Все. Здесь как раз, он не принимает. Ну, я, саги, кур не тинка при Раудон Меджу Рою. Да, здесь летушку, и рата склона аэродроме. Ага. Ну, гер. Tai va, mes... A, tai aš dabar gerai, kad aš tau neįrašiau šitą. Скажите, здесь, блядь, на Луну посылает? Кого я вижу? Так, сейчас все. О, Анзваза. Доктор говорит, доктор, вы знаете, я со своей женой могу заниматься сексом боком. А вы занимайтесь как-нибудь иначе. Говорит, да, но как я телевизор буду слушать? Так что, господа, никого не ждет? Конечно. Ну, подожди, надо подождать. Что ты? Это же Василий. Да? Конечно. Я же прокуратуру сказал. Да. Пойди меня. Если мне кончатся эти лекарства, которые мне запумповали, так я же могу опять заболеть. Те лекарства, что кончатся, вот эти снова. Это надо по-настоящему. Да, по-настоящему. Задавить. Вот часть бутылки, что ты открываешь. Это же наплата пить. Одну кончили, вторую начали. Знали, начали. Да, сейчас приду, скажу. А я пошел в магазин, думаю, ну, что это там много фиг не буду, думаю. Возьму маленькую, потом подумал, ну, дальше пошли. Ты говоришь, что мы уже одну засадили. А что, одна зеленая пробка, одна красная? Нет, это вообще не все. Да, и, она сейчас, видимо, там уже не водка. А я сейчас выжму уже и виски. Да. Уже. Раньше только коньяк возили, а сейчас и виски возьму, и еще и ром возил уже. И в Польше ее мешают? Коль, тебе открыть рот? Это уже жрет. Ну, слышишь, я кушать хочу. Ешь словарь. И все. В Словакии недалеко от Попрана, там был, есть фирма. Ее вообще, знаешь, старинные все погреба, все. И сделано, они и виски делали. И еще как ну, летом там туристов куча лет там все сидят. Ну, это открывать не тот. Ну так интересно. Не знаю, ну давай сами. Не порть эту большую бутылку. На будущий год пошла. Ну годами, знаешь. Чтобы приехал, чтобы был стимул приехать. Ага. Так бы не ехал, но там же не разбитая бутылка. Давай. Женька, у тебя есть пластмассовый стакан? Ой, есть. Почему у тебя пластмассовый? Я уже все нашла. Не бумага? Что, в тарелку наливать? Еще давай, привет. На, Шуля. Ура, кого я вижу? Ура, ура. Что, вы мало? Ну, ты же первый пришел. Стоки. Здорово. Эй, ты. Мама, старина. Вот не старее человек. А? Молодец. Ну, что было? Так, подожди. Поставил денег. Чисто литовское. Что хозяин. Что ты будешь? Ложись у нас. Хозяин. Все, ложись у нас. Как там мне на стол, надо на стойку. Хозяин, я присаживайся, там возьми. У тебя же день рождения сегодня? Нет. Прошу. Вот твоя роза. Ага, спасибо. Это шампусик. Какой? Ну, роза виной. И виной, и роза, и чего. Это я. Деньги. Гэнь, тебе что дали? Воды или... Что-то сам. Сейчас на нем. А воду чем раздеваешь? Ну давай. 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 Водяк.
Ой. А бабушка Мишу, внука зовут. Бабушка, если я буду кушать хорошо, что в честь меня назовут Мишелов. Мишелов? Ой-ой-ой. Ой, вот тебе. Ты уже рубаешь, да? Ну что, мне надо дровать? Давай, вот тарелка. Да-да-да-да. Вот, ты не смотри, ты глаза. А меня? Так ты одна здесь женщина, давай всем выкладывай. Давай, давай, давай. Ну, рассказывайте, ребята. Как? Я вас. Смотри, как я буду. Мне здесь и выпить есть, и запустить. Нет, нормально. Дерьмо, а что? По 40 дерьмо. Пиво. Тут скайдейся, это Саулюка, готовился, да? Какая? Вот диплом с чемпионом механика. Я как бы у меня. А, для того чемпионата? Не, сайт по чемпионату. Буду. Буду, да? На чемпионат Советского Союза механиков награждали? По кольцовому. По кольцовому. Механиков, да, очень редко. Тренерам давали медаль, а механикам грамоту. Завернутый в газету давай. Что он придумал? Ну не придумал. Андрюха, картошку надо сигареты. Не так. Давали они. Догоняли, еще раз давали. Мне только одну грамоту дали, это самое путевку в Америку и все. Самая лучшая грамота была. Не, ну ты не мог выговорить это. Дублем. Да. Скажи, а ты знаешь, Генька, за что меня депортировали? Знаешь, в Америку? Вообще, но про архиву историю. Не. Потому что я дубленка неправильно говорил. Я говорил дубленка. И меня депортировали. Когда ты Прамусен на капот посадил. Нет. Да, и встречный полосе. Встречный надо засадить. Дикарев, а что он мог сделать по-другому? Ну, нет, скажите, сижу, думаю. Я уже нахрен думаю, ну это русские дела. Что он мог сделать по-другому? Я ответ, и все так смотрят. Судьи. Я просто он едет дорогу спросил. Дорога закрыта, что ему делать? Он едет по полосе, где ехать. Что он мог сделать по-другому? Я хочу спросить, чтобы вы дали ему шанс. И он хотел праздновать. Через 5 лет. Моя жена приходит на работу утром, все ее нападают, твоего мужа арестовали, она даже не знала. Что арестовали? Что арестовали, посадили. Ну, правильно было, и арестовали. Мы же не звонили, у нас телефонов не было. Это арестовали. Ой, как сидит? Я потихоньку. Я в женском. Червячка заболела. Чувствую, что еще не пишуете. Жена спрашивает, слушай, кто это такой с авансом ко мне тут лезет все время? Один раз как-то, раз. Друзья, смотрю, извини, так вы же не может совпадение быть, что фамилия из Латвии нет. Не полезь. Не полезь, я просто говорю, да. Ну и все, так разве ты? Приходит и случайно залез в кровать, а там теща больная лежала, он только туда. А у мамы говорит, извините, говорю, сейчас видим, она говорит, я тебя видим, я тебя сейчас видим.
Я тебе дам. Знаешь, я там самом. Ну давай, я уже. Я в Одессе жил, напротив, как раз через блок был. Женская консультация. Там, я помню, пацаном было, там громадные буквы было написано, что курящая женщина кончает рак. Мы с Красной Армией. К нам приехал наш любимый. А причесочка? Хорошо. Вот. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, здравствуйте. На вас и на вас. Сеселю лабас. Не, ты все лайки, аж кучу лайки, аж кипсас, кипсас, оператор из кипсас. Завтра, вчера да. Случилось. Да. Я упал со скалы. Злачные штали поставят, да? Я, ну, качай. Татьяна, я как опозорился. Приехал домой, переоделся в бутылочку висельский мешок. Так, смотри, сколько я не забыл? Да. Но это, значит, мы еще встретимся. Так, сам раз привезли. Магазин рядом. Еще паспорт один. Стыдно как-то. А как-то кто... Ну вот. Мы летели двое суток. Почему-то. Опоздали на самолет, попали в трафик. Самолет ручник затянул. Летели, спешили, зашел, поставил сумку и чемодан и упал с эскалатора. Разбился весь. Сумка нет. Сумка почему-то не разбился. Это на эскалаторе хотел убиться. Нет, Шурик, я жизнь другое придумал. Посмотри, посмотри. Весь. Как себя-то можно пропустить? Все локти. Посмотри, что делается. Слушай, какие у них эти экскаваторы, я тебе скажу, бля. Эскалатор. А эскалатор. Они так увыркаются. Они, видишь, какие экскаватор, какие составляют них отпечатки. Зубцов, так и осталось все. Я думал, у эскаватора тоже зубы. Ну, если бы я попал туда. А он как шел, вниз или вверх? Вверх. Вверх? А вниз я летел. Я наклонился за чемоданом и вот так вот туда. А Оля мне делает еще на. Да, ты покажи вот этот отпечаток, вот как раз. От Олиного. Следа. Бейк, сосикашка, тебе. И у кого бетлоток, а тут там поменяете пильником пойти. Бабулю лечи. Как это вот все действует, когда, понимаешь, забывает виски дома. Ты стал переживать, что забыл. Ну, все. Я так смею. Склероз. Сначала как? Семена, потом лица, вторая, третья. Застегнуть ширинку, четвертая, отстегнуть ширинку. Нет, я не могу, я за рулем. Ну, ты фильмовый? Он не рассказывал. Нет, мама, я не фильмовый. Ты как тут? Камера стоит, аж стоит. Мы с Зуйки в Ватшеле и не стоит. Давай. Здравствуйте, это Витя, какие вы старые. Так, на 70-летие мы тебя устроили. Там недолго осталось. Ну так я же знаю. А как бы, сейчас его на завтра. Сколько у тебя? 68. Через полтора часа. Так что, буду ждать? Так что, нет. Нет, начнем сразу. Включаем гостиницу сейчас. А там уже закат. Шура, посмотри туда. Я смотрю. И что ты видишь? Советский ваш аппарат. Мамонская бык. Ну вот кто-то вас снимает. Какие горы. Я уже это самое. Да, значит, как только подавай. Красиво женщина. Не настолько разговаривай. Не можем столько. Ну, что это не могу? Ну что, погнали? Слушай, а наши городские. Наши города? Конечно. Полный. Женя? Огурцов. Жень, выдумай,
вырубайте, пожалуйста. Я же знаю, где вырубается. Да, да. Мне не позвольте паром, ёбите, блин. Поэтому укручатель. Я тоже. Укручатель. Бля. Саули, знаешь, считать стейк одного. Укручатель. Kas čia keikiasi? Dėl kilo. Saliuk, šitą. Dėl kilo metus. Steiką, rūtą vežu tavo. Ne, ne. Gerai, aš dvi dienas įvalgysiu, nežinau. Oi, tu, Egi, tu žinai, man Egi pasakė, aš vakar šiuo tostai. Man, sako, tu žinai, medalga, tu kefirą valgysi, sakė, ir varškė. O, tai čia, tai jai žinau, jeigu... Tai kad tu jai atiduosi, tai jie man jį dviem savaitėm išsiems po juostytę tokią. O čia inkvizicija. Šiandien perskaičiau žurnale apie kažkokią tai žinomą dietologą. Dieta, baltymai kaip nori, mėsos. O baltymai pažiūrėjau, mėsos. Baltymai, tai mėsos. Mama? Taip. Baltymai kiek nori. Kiek nori. O su, reikia su viskio išgerti ar su konjaku? Su konjaku, su viskio, baltymai. Zelė. Zelė. Visai. Tak šlieka, butilką prilagai. Visio zelė, da? Kulis, Не знаю, что с этим делать, Саулюса. Это стих, на два дня его оставили, но жена говорит, вообще посажу тебя на творог. Так я думаю, вот кусочками в творог добавляют, можно это или нет, по утрам. Я вечером, конечно, нельзя, а по утрам. От мяса не поправляешься. Да. И они только что сказали, это, говорит, белое там какое-то... Я основная вкусно. Диета кушать, вкусно, да. Хочешь, да. Вот, вот. А она не понимает. Она, блядь, меня не в землю заводит. В землю. Да. Не поместишься. Дома тебя так же кормят? Нет. Ну, конечно, нет. Андрес, если его так кормили, он на выходе не кушал столько. Андрес, ты знаешь, как он только, сейчас только откроет, говорю, это детям. Это опять дети? Ну, у них это называется диета. Диетим, диетим, диета, диета. Вот это диета. Давай, поехали. Так я точно, я бы имел бы диетив. Чирков. Саврёка, ты забей компьютер? Да. А, я уже. Выпей стакан, забей. Можно я Джеймсона одного тоже приберу? Возьми.